Отвратительное состояние дороги заставляет жителей одного из муниципалитетов буквально бить в набат. Речь о Каблуковском сельском поселении Калининского района. Из-за начавшихся дождей там стало практически невозможно проехать деревню Судимирка. В результате еще в среду в кювет улетела бетономешалка. Из-за полностью разбитой проезжей части спецтехника для эвакуации грузовика смогла добраться до места ДТП только через 2 дня. Между тем, эта трасса имеет еще и важное туристическое значение. Совсем рядом находится оленья ферма «Усадьба Судимир». В итоге сейчас поток посетителей заметно снизился. И владельцы объекта, и обитатели окрестных населенных пунктов очень надеются, что власти смогут хоть как-то привести дорогу в порядок. Иначе деревня рискует оказаться в полной изоляции.